В Приморье значительно снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По сравнению с 2017-м их стало меньше на 13%. Итоги года подвели на заседание общественного совета при управлении МВД России по Приморскому краю. Во время рейдов сотрудники полиции изъяли свыше 2 тонн наркотических веществ, большая часть которых – каннабисной группы. Также уничтожено более 2 гектаров незаконных посевов наркосодержащих растений и свыше 100 гектаров дикорастущей конопли. В конце заседания участники обсудили ряд мероприятий, которые необходимо реализовать в ближайшее время. За немедицинское употребление наркотических средств и психоактивных веществ к административной ответственности привлечены свыше 2500 граждан. Выявлены и привлечены к ответственности 354 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Ликвидированы 48 наркопритонов.